За что вас задержали сотрудники ОМД России по городу Хасавюрту? За мошенничество. Помогать все через интернет. Расскажите более подробно о ситуации. Я знакомился под женским именем в интернете с мужчинами и разводил их на деньги. Переводил на интимный разговор и шантажировал, что выбор в интернет. Потом решили перейти в приложение WhatsApp, и там дальше пошел, поехал. Через женский аккаунт, но девушкам помогали деньги за его фотки, за его переписку. Ну, он попросил, сказал, ты деньги не скинешь, группу выложишь, туда сюда, и он скинул деньги. Совместно другу 10 тысяч сделали, он сделал 8 тысяч, после того, как он у него взял 8 тысяч, как ему другу скинул, друг его скинул ко мне, и я его друга попросил, у него тоже так же шантажировал 2 тысячи, и он тоже мне скинул, и все. И я вот так вот.